Всем привет. Давно ничего не снимали. Вот. Короче, что мы делаем? Сейчас расскажу. Решили собрать нашу дисковую борону. Готовимся к посевному сезону. Наше агропредприятие готовится к посевному сезону. Сейчас вот наше техническое оснащение. Наш трактор. Мы его отремонтировали. Много чего поменяли. Вот. Новый наш трактор. Да. Приступили к сборке дисковой бараны. Вот, навешиваем сейчас диски. Коля. Привет подписчикам. Скажи наш. Привет подписчикам. А как там? Ставьте лайки, да? Ну да, а что ты так иронизируешь? Я не иронизирую, ставьте лайки. Да, сейчас. Не, ну мы делимся своим опытом. Распахано где-то 7 гектар рядом, прямо на пасеке. Планируем посеять фацелью. Ну, скорее всего, с доником. Ну ладно, короче, собираем. Как соберем, покажу, что получилось. Если не получится, в принципе, на нем можно шарить картошку. На дисках на этих? Да, да я тебе. Так, ну что, процесс идет. Первый ряд выставили, протянули. Сейчас стойки уже закрепили второго ряда. Сейчас будем прикручивать диски, протянем. Поставим каток выравнивающий, а потом займемся за культиватор. Че, не протянул что ли? У нас еще снег кругом, холодно. Сегодня холодно, ветер северный. Это, наверное, 1-2 градуса. На солнце, конечно, тепло, но ветер очень холодный. Борону почти собрали. Так, ну ладно, все, борону собрали, сейчас поставим ее, пока в стороночку.